Приветствую, дамы и господа. Ну что, начнем? Я думаю, с чего же мне начать? С новостей ЛПС Туба или с новостей о моей жизни? Давайте подумаем. Ну и начинаем. Привет, вы на канале Мандаринг ЛПС. И это новости. Новости будут выходить чаще, чем какие-то обычные видео, потому что сил и времени у меня есть только на такие видео. Ну, и я хотела бы начать с новости, связанные с моим каналом, с ЛПС, Ютубом и все делами. А потом уже перейдем к мелочам, о новостях о моей жизни. Думаю, вам понравятся эти новости, ну и поехали. Ну и первая новость ЛПС, Ютуба, то что... Точнее, моего канала, связанного с ЛПС, то что уже, наверное, числа 9 или 10 под на почту... Забирать поэта, может быть, даже 8-го, потому что 7-го, по идее, мой пэт, моя стоячка должна приехать ко мне. Я вот думаю, положить мне ее в ящик, или мне все-таки придется идти на почту и снимать для вас влог, как я иду на почту, как я забираю посылку с почты, как я распаковываю ее дома. Кстати, как вам такая обстановочка темная, с светом на заднем плане, напишите в комментариях. Следующая новость, точнее, даже не новость, а просьба. Я хотела бы вас попросить, все же, напишите мне, пожалуйста, вопросы и напишите, кому сделать клип и на какую песню. Я хочу просто почаще выпускать какие-то ролики, а идей на них абсолютно нет. К сожалению, вот так вот получается. Мало кто слушает меня и слышит мои просьбы, поэтому прошу, проявите уважение к моим стараниям. Как новостей мало, хочу еще сказать большое спасибо, что у вас практически 130 подписчиков. Мне очень-очень безумно приятно. За эти полгода довольно-таки быстро я набрала цель, которую хотела набрать за год. Теперь у меня цель до конца года набрать 200 подписчиков. Поэтому нажимайте на кнопочку «Подписаться», нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих видео, и ставьте лайки, тогда я буду знать, что мои видео вам интересны. Но мы продолжим. Начнем с хорошей новости, в принципе, только, наверное, для меня, потому что не знаю, есть ли на моем канале зрители, которые увлекаются кей-попом, а в особенности BTS. Ну так вот, мне уже купили билеты на второй фильм, я пойду на него сразу же, в его премьеру 7 августа. В 3 часа дня, и может быть сниму даже влог, поснимаю это в кинотеатре, потому что, ну блин, это шикарно. Я очень рада, что я пойду на второй фильм, потому что я была и на первом фильме, а второй фильм будет еще вдвойне интереснее. Только вот в первом фильме я ничего не могла поснимать. Это был фильм-концерт, их тур Love Yourself, а вот это вот будет фильм о их закулисной жизни, чем они занимаются, отрывки с репетиций, дэнс-практики и все дела. Надеюсь, мне это очень понравится. Это просто прекрасная новость для меня. Вот. Ну и еще новость. То, что из-за того, что ко мне приедут бабушки, я буду реже оставаться одна дома и реже снимать видео. Либо я буду ходить на балкон, но видео будет с очень тихим звуком. Микрофона у меня, к сожалению, теперь нет. Наушники с микрофоном сломались год назад. Вот. И будет тихий звук, я думаю, вам это не будет нравиться, но я буду закрываться на балконе и снимать там. Но бабушка, в принципе, если я буду оставаться с бабушкой, то она ничего не будет слышать, в принципе. Поэтому я смогу, наверное, снимать ролики для вас. А еще мне надо готовиться к 9 классу, к ОГЭ, все дела. Поэтому времени и поэтому нету. Сейчас я стала планировать свой день. В принципе, я много чего успеваю делать, много чего делаю. А вот иногда я просто не могу что-то сделать и просто это вычеркиваю. Не знаю, с чем я это вставляю в список дел, если знаю, что я не смогу это сделать. А еще хотела спросить, хотите ли вы на моем канале, пока у меня есть возможность, видео Back to School, хотя бы одну часть, потому что у меня много чего куплено для школы уже, потому что мне половину с того года, половину мы купили еще, наверное, в конце мая, в начале июня. Так что да, мне осталось купить дневник, заказать наклейки для дневника, а остальное, в принципе, у меня все есть. Думаю, на этом было все.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Прошу выполнить мою просьбу с вопросами и с написанием, на какую песню, кому снять, какой клип. Оцените также мой фон, я очень старалась его обустроить, чтобы было уютно. Конечно, не всем, наверное, нравится темное качество, но мне оно безумно-безумно нравится. Поэтому спасибо за просмотр, всем пока!